Обычно у юных хоккеистов плотный график. 4 тренировки в неделю по 2 часа, из которых половина занятия – это упражнения, после чего игровая часть. Год плодотворных матчей по доброй традиции окончился праздничной тренировкой в честь завершения сезона. Очень важно проводить такие иногда развлекательные тренировки, мастер-классы, где можно как-то пообщаться друг с другом, с профессионалами, немножко даже потанцевать на льду. Ну и в конце, конечно, мы дарим подарки. Команды провели товарищеский матч «Дети против родителей». Молодые папы встали на лед и также участвовали в тренировке. Мамы же оказывали поддержку с трибун. Я постоянно при возможности прихожу его поддержать. Для него, ну, лично для моего сына важно, что ты сидишь на трибуне, смотришь, как он занимается, и это дает ему, наверное, еще какой-то стимул. Ну и плюс это празднично, это завершение сезона, это посмотреть навыки, которыми они научились за год, тоже приятно. С такой поддержкой Николаю Крылатову действительно будет проще и приятнее играть в хоккей. Он признается, в этот вид спорта его также привела мама. Понравился хоккей, смотрел, как играют профессиональные личности. Понравилось. Тоже решил попробовать, получилось. На матч был приглашен профессиональный хоккеист Иван Николишин. Он провел мастер-класс, а также показал красивый хоккей, представ в качестве участника одной из команд. Показать, может, на своем примере обыгрыши, какие-то советы, если они будут спрашивать, обязательно расскажу. Для них это все равно большое подспорье смотреть, куда стремиться и кем они хотят стать. Завершение сезона получилось ярким и запоминающимся. Впереди ребят ждут новые сборы и подготовка к следующим матчам. Инга Янчук, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ.